Всем привет! Продолжаем рассматривать картины. Виттория Карпаччо. Святой Иероним приводит в монастырь льва. На тему легенды о святом Иерониме. На картине изображен эпизод, в котором лев забрел монастырь святого Иеронима, хромая из-за занозы в лапе. Карпаччо показывает льва, стоящим на трех лапах и с мордой, искаженной от боли. Монахи в панике разбежались, но Иероним ласково принял зверя, исцелил его и приручил для выполнения полезных работ. Святость и безопасность монастыря переданы на картине присутствием в нем тихих и безобидных тварей, таких как лань и фазан. Фигуры в тюрбанах – это, вероятно, аллегория на войны, которые Венеция вела с атаманскими турками, как и свирепого льва. Турок можно замерить и ввести в цивилизованные рамки могущества христианской веры. Святой Иероним был одним из четырех отцов католической церкви, наряду со святым Амвросием, Августином и Григорием Великим. Иеронима часто представляли как старца отшельника в пустыне, молящегося перед распятием или стучащегося камнем по груди. Ну, вот такое описание я нашел в картине Виттория Карпаччо. Святой Иероним приводит в монастырь льва, написанное в 1502 году, находится в Венеции. Все, всем пока, всем привет, до свидания, всего хорошего.